Это из музыки Евгения Исакевича, из песни Евгения Исакевича к спектаклю «Очарованный принц» по Соловьеву. Что? Я совсем не к концерту. Ничего страшного. Наши дорогие зрители поймут и простят. Единственное, с концертным это вот. Вот, кстати, самый свеженький диск, еще без фантиков. А, Сереж, ты фантики принес? Да, я фантики тебе принес. Вот. Это диск «Еврейское счастье», вот с программы, которая, видео с программы, которая была 10 марта, где мы вместе с Сережей участвуем. Если ты не помнишь. Как плохо, когда на гитаре в любой тональности играешь одинаково. Так обычно ля минор или минор. В молодости было хорошо, удобно. Все законы, вот беда, против прегрешения. А для чего же все тогда носят украшения? Что творится в головах за дверьми закрытыми? А есть дела, в которых вах не помочь молитвами. Страсть имеет власть, как не пропасть, как зажать. Миражи, а на прогресс похожие от двухместной паранжи. Мы еще не дожили. Страсть лелеет власть, к ногам упасть. В миг заветный нужный взгляд заметит нас. А в глазах красотки должность, как алмаз. Моя хурма, твой аромат. Когда-нибудь сведет меня с ума, как удобно без хлопот и задарма. Помолиться каждый рад, коль пристала блажь ему, а между прочим шариат не под силу каждому. Украшение городов спелая смоковница, а правил больше, чем плодов, разве ж все запомнится. Страсть лелеет власть, как не пропасть, как сдержать ее в железном кулаке, ведь ее, увы, не спрячешь в сундуке. О, мой уют, моя хурма, я вся горю, твой аромат, я любовь свою открыто подарю. Он когда-нибудь сведет меня с ума. Прекрасно без хлопот и задарма. Как прекрасно без хлопот и задарма. Так, ну, Сереженька, я сейчас немножко сама попою, а когда я заговорю уже об этом самом, о еврейском счастье, там мы еще с тобой тоже вместе. И немножко, может быть, ты один потом. Ну вот, восточную песню вы только что услышали. Я сейчас говорю о программе «Каждой нации по резервации». Значит, вот сейчас будет почти французская песня. Вот как-то Патрисия Касс до сюда не доехала, до этой библиотеки, поэтому мне придется вот ее заменить на некоторое время. Ну уж как получится, так получится. Себе и жду,
а он все не идет. Приди же, зайка мой, мой котик, рыбка, мой крот. Мой тонкий пенюар истерся от тоски. Приди, мой контролер, компостеры мозги. Вот он откроет дверь, набросится, как зверь. Когда-нибудь потом, но не теперь. Зачем же я наряжалась, как дура? Я даже сесть не могу, чтоб не помять пенюар. Зачем диета? Зачем физкультура? Сейчас пойду напьюсь, и можешь не приходить. Уйди, противный, уйди. Идут мои года, потом пройдут совсем. И стану я не герл, а очень толстый мэм. Ты явишься в ночи, внезапный как кошмар. И станет мне тогда не нужен мой пенюар. Ты будешь словно зверь, но не пролезешь в дверь. Ты тоже будешь толще, чем теперь. Зачем же я наряжалась, как дура? Быть может, я для тебя уж чересчур хороша. Судите не мне, я не прокуратура. Важнее, что пенюар, но мне отлично сидит. Приди, противный, приди. Мой нежный зверь. Я поняла, для чего наряжалась. А почему бы и нет? А пурква бы не па. Он не пришел, но надежда осталась. Ведь пенюар ты один, а мужиков пруд пруди. Так что надейся и жди. Пурква же я наряжалась, как дура. Извечный женский вопрос, и мне не нужен ответ. Но я знаю, что рождена для амура. Шершеляфа, мужики, и поактивнее шерше. Шерше, скорее шерше. О-о-о-о.